Законодатель Горган Сердегону Лефтерах из инфеста Ахтаев из Заграбат. Уйцетен парламент Эмбертезалы айзелдесте патсахатун гимнезалтен. Депутатун корпусыл сэмбелдесте кахалавдай. Парламент Сердар Мархита Алан Хурскус дефендиектес халаркутия галигетен заге ахаскенек органиме энгункус инфертсе. Нек ухте бафцен эмбелу фестиюагаме уме думдеве тернен. Знаю, что каждый из вас за время каникул активно поработал с избирателями. Есть, безусловно, вопросы, их немало, которые избиратели ставят перед нами. Я уверен, что во взаимодействии с исполнительной властью мы эти вопросы будем поэтапно все решать. Декак сессии Фицаграбат Свидар Фунц Форстай Закунзина Закундетина Демебене Тухедразанат Федел Парламентун Комитету Нафамерахаста Афта Транспорту Фересте Хитцевте Эмбестагун Бензидат Энеменгай Страхкенне Федел Республика Хусса Риристун Закуне Проект Аце Сферек Ухтарья Кенене Нерма Эмбелу Нурган Кейней Умегеске Фендун Хастев Эру Роменен Яархайт. Добрый день, уважаемые коллеги! Хочется поздравить нас с началом осенней сессии, пожелать удачи друг другу. Пусть эта сессия будет плодотворной и удачной для нас. Спасибо. Комитет парламента по законодательству и законности выносит законопроект, представленный субъектом законодательной инициативы в лице правительства Республики Южная Осетия. Это закон о приостановлении действий закона Республики Южная Осетия об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Разработчиком по данному вопросу является Министерство внутренних дел и представляет сегодня тоже Министерство внутренних дел этот законопроект в парламенте. Все сопроводительные документы с учетом регламента парламента представлены, они есть законопроектом. Все ознакомлены, вовремя розданы этот законопроект, проведен комитет соответствующий. С учетом некоторых технических замечаний данный законопроект изменен, он одобрен президиумом, поэтому выносится на рассмотрение сессии. Считаю, что он необходим, потому что сегодня затрудняется Министерство внутренних дел исполнять закон в той части, где обязательное страхование транспортных средств, потому что таких органов у нас нет, и такая надобность, она действительно есть. Когда норма не работает, легче ее приостановить до тех пор, пока не будет создан соответствующий орган. Поэтому с учетом этого мы принимаем решение, и, наверное, сегодня мы одобрим данный проект для того, чтобы Министерство внутренних дел легче работало, если этот закон, который предусматривает автострахование, не лежал мертвым грузом, а все-таки мы дали возможность пока работать без страховки. Закон проекта Архайдура Дерцет Фалауэй Хэгду Энемен Кавак Банасанкута парламент Сердар Хадивек Харибата Сергей. Бацем дискутта кад Эрцевзенен Белу Новерта Арест закон норме скусынен. Здравствуйте, Базович. Мене вопрос к вам вопрос о проекте закона Республики Южная Осетия о остановлении действия закона об обязательном страховании. Закон является там, да? Потому что не исполняется закон. Ну, у меня вопрос такой, кенеру надо, на доктор Шекусича, шами в комичном итоге, это раз такой искусство, мы кусал в полном объеме, но мне как бы на муме гаске, на тем мире случае, да, я говорю, чьи дарки дарь мужчина больше авто, похож человек, на автоне мужчина больше авто, мы стыли, как бы дала нэк зорен, к душу, мы говорю, лэк дэн, шо мэл нэй, злэй, сорок, че нэн, куске нэ кэн, мы злэй сын, омор мэ, шэн дэр мэ кэн, практически, лично на хи, шей даже даже на хта даже зоше ситуация похожа. На то, что ты видишь, я даже так мой до не могу ничего просто утро даже не получил. Даже страхов от того, что не читаю подключать. Но их курс до закон не пусть мерлен, потому что они видите, они просто ничего не делают. Доктор, когда скучились, наши кусочки, что мы с тобой говорим, скусали, не где это хорошее. Забивали, да, мы сегодня и временно приостановили действия для того, чтобы мы проработали данный вопрос, и над этим работа идет, и дополнительно вас еще проинформирую на следующей сессии. Парламент Сердар Фетсахадивек профилун комитет Сердар Бесат Зидам и Нафамера Хаста рук алкоголун эмэ эна алкоголун нустете ласын реализации вснаен уазын эмэ парахат кэнэн барта сах кэнэн фэдл закуны проект. Дзирцев наразга фэлтарте сумбуны эдастина дылзагэм. Соответствующий законопроект. Необходимость принятия законопроекта о запрете ввоза, перевозки, хранения, производства
распространение и реализации энергетических безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Действительно, такая необходимость есть. Мы видим, насколько пагубно влияет на здоровье нашей молодежи именно употребление этих энергетических напитков. Считаю, что для нас, как законодателей, очень важно искоренить это и привлечь к ответственности всех тех лиц, которые злоупотребляют этим, которые продают детям энергетики, зная, как пагубно влияет это на их здоровье. И главная задача законопроекта – это обезопасить наших детей прежде всего. Поэтому, коллеги, законопроект рассмотрен на заседании комитета фракции Народной партии, представлены замечания, в частности, Александр Михайлович, Сергей Владимирович представили свои замечания, они учтены, есть заключение контрольно-правового управления, которое тоже представило замечания как технического, так и содержательного характера. Все включено и считаем необходимым принятие такого законопроекта. Я думаю, для правоприменителей это необходимо, потому что от действия закона, который действует сейчас, в прежней редакции, это действующая редакция, нет столько эффекта. Почему? Объясню. По новому проекту представляется возможность привлечения к ответственности лиц за хранение и перевозку энергетических напитков. Это раз. И предусмотрена ответственность за рецидив, повторное преступление, административное, простите, правонарушение, за которое обязаны привлекать к ответственности. Для меня очень важно, чтобы эффективность этого закона она была на уровне, и Министерство внутренних дел могло прекрасно реализовывать данный закон. Для того, чтобы эффективно работать, необходимо помочь Министерству внутренних дел и, конечно же, потом посмотреть статистику, насколько изменилась ситуация в этой области. Для меня очень важно, чтобы сегодня мы, как законодатели, отвечали тем вызовам, которые в нашем обществе есть, в частности, вопросы безопасности. Парламенты Сардар Мархитолани Хитге принципиалу на хосравдеста законы проекты на манкавак динатме. Тасок ЦУ умей дум дав розвалга у хизен разга фалтерте. Веди акваде. Ош форста, мегаске на мумкеме дар мерскуду, президиума дар хоскуту, на согуни, на кастерти, на хосту, ош форста, на бидар гимия боди, сон кеме дар, шамай, цин сана, нишина, бококана, авите хей, Ведь вот так-то министр Одеорхой Демидек, он же зову Магаска, Шаме Орхой Остей, Шидари Меджина Таджихос Шевека, Дон Обун, Наманка Огесте. Бюджет мафитун федел парламентун комитете Рохаска Форст, архте верте архой де федел закуне проект. Комитете Хоцага Бендурлу, Энаман Кавак, Цемай Ураси, Борскаштете Бендурл, Цефи Пойнак, Тефанесон Гундерцет, Удун Юворс Гундерцеуи. На рассмотрении сессии парламента выносится проект закона Республики Южная Осетия по внесению изменений в Республике Южная Осетия об оценочной деятельности в Республике Южная Осетия. Данный законопроект поступил от правительства вместе со всем пакетом документов. Официальный представитель правительства в парламенте при рассмотрении данного вопроса был назначен министр финансов, заместитель председателя правительства, доктор Чангула Приватикович, он на сегодняшний момент находится. У нас, и если есть, будут какие-то вопросы, то он, в принципе, сможет ответить. Что хотел сказать по данному проекту? Значит, при рассмотрении данного законопроекта, то есть указанный законопроект разработан с целью устранения нарушений, выявленных проверкой Федерального казначейства Российской Федерации в 2021 году. То есть нам необходимо сейчас устранить те нарушения, которые наши коллеги выявили в ходе проверки. При рассмотрении проекта на комитете нами было принято решение внести дополнительные изменения в части того, что в действующем законодательстве осталась такая норма, как муниципальное образование. Ввиду того, что у нас на сегодняшний момент в республике отсутствует юридическое понимание муниципальных образований, нам необходимо исключить данное понимание действующей редакции. Также законопроект был направлен в контрольно-правовое управление, которое представило также свои замечания. При рассмотрении законопроекта мы приняли решение, что там были технического характера тоже замечания, и мы устранили, в общем, все замечания. В принципе, данный законопроект был роздан всем депутатам, роздан по комитетам, все депутаты ознакомлены, то есть процедура
Նոցյուն բոնչ է Սովետես կունդը դար արձդիվ ընձինատը, ավ դամ սվզարս դիպուտատուն կուրպուսը մինավարդը վայիվ դավ աստամ սվզարս դիպուտատտայի։ Նր նոցյուն բոնչ է Սովետես կունդ մա բոցալձստը թումոյտը սպորտոգի է խադակ, ամայա դալբորվակ կոմիտետ ուանք սիուկոտը օլիմպիկ։ Парламенты Сардор Маргита Алания коллегата Рахмарохоста инициатива подсохода сала Гагуйта Алане Республика Хусар и Рестун Федебасту Хасту Алахизе Фентес Озе Юбилей Майдана с Хурзахченканен Федел. Каждый из нас понимает, что сегодня в непростое время, которое складывается вокруг в мире в целом, та ответственность, которую несет сегодня президент в своей работе, в каждодневной работе, она, безусловно, очень высока. Он ответственен за каждого из нас, за все наше государство. Хотел бы также отметить, что взаимодействие президента нашей республики с коллегами, в частности, с коллегами в Российской Федерации, с руководством Российской Федерации, оно на достаточно очень высоком уровне. Это отмечается практически на каждой площадке, где обычно проходят и рабочие встречи, и совещания. Коллеги из правительства, из всех соответствующих ведомств Российской Федерации всегда отмечают подход Алана Эдуардовича к решению тех вопросов, которые сегодня стоят перед нашей республикой, и отдают ему в этом должное. Поэтому от вашего имени, от себя лично, мы выходим с инициативой о награждении Алана Эдуардовича юбилейной медалью по знаменованию 15-летия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии. Я думаю, что в этом вопросе мы с вами единогласны, и, как обычно говорят, при первом же удобном случае мы эту церемонию вручения награды проведем вместе. Спасибо. Ставлю вопрос на голосование. Кто за? Против? Воздержался? Таковых нет. Парламенты Сардормо Эрдзерта автотранспорту Фараста Вузы Форстетл Цагатта коллегиатиме Арунофа Канене Фаделдар. Захганен Нехасуэт Пацахата Саглавагиме Ацедемайл. Мы с Аланом Эдуардовичем встречались, обсуждали ряд вопросов, в частности вопрос упрощенного оформления временного ввоза. Было отмечено президентом, что исполнительная власть по своей линии, а мы, как законодательная власть, парламент по своей линии, будем прорабатывать, изучать этот вопрос для того, чтобы прийти к определенным результатам. Поэтому я хотел бы сказать, что предварительно, когда у нас проходили мероприятия по случаю Дня признания независимости Российской Федерации, была встреча и с коллегами из Госдумы, и из парламента Северной Осетии. С Таймуразом Руслановичем мы предварительно договорились о том, что в рамках подписанного соглашения между нашими парламентами будет создана рабочая группа по изучению и проработке вопроса оформления временного ввоза автотранспортных средств. Что касается конкретики, планируется буквально в ближайшие дни провести встречу с коллегами из парламента Северной Осетии, на которой мы обсудим детали по данному вопросу, по созданию рабочей группы, куда войдут депутаты как парламента Северной Осетии, так и парламента Республики Южная Осетия. И я думаю, что совместно, сообща, исполнительная власть со своей стороны, мы со своей стороны проработаем, изучим данный вопрос и придем к определенным хорошим результатам. Ուիոդել դկոք սեսի վծագրաբատ եկուստվացի, պարլամենտուն կամիտետը կսսավ ընդար զոգունը պրոյքտը վադլդար, ամասավ ողսրաստա ջրոխաստավության առախ ունովվամը։ Բոնսոնքանն կավույիմը արվլոս դարնա ռիսպուբլիկայի բարակբում բոնսոնքանամ վսմարու ռիսպուբլիկա թայերցավգա ուոժտիմը։ Դարվատին աստը դարգսիմը դիղ կանամնացին դարամանակըք դար։ Ացոզնա ռիսպուբլիկա ռոյստոցոլ դար դիլիկացի ու դունայնա братья и сестры,
Позвольте мне поблагодарить вас, что сегодня, как и всегда, вы рядом с нами в один из самых больших и значимых для нашей республики, для нашего народа праздников. В этот день, 34 года назад, было принято одно из самых судьбоносных решений для нашего народа. И в дальнейшем, как мы все знаем и помним, нам предстояло пройти очень тяжелую, трудную и кровопролитную борьбу, дорогу в борьбе за независимость. Сегодня мы, как и всегда, вспоминаем наших старших, тех, кто в те тяжелые, трудные дни принимал эти решения. К сожалению, многих из них уже нету рядом с нами. Вспоминаем тех, кто сложил свои головы в борьбе за независимость нашего государства. Безусловно, мы их будем помнить всегда, их имена вписаны золотыми буквами в нашу историю. Ирунов дершолдерн хоззарджинен, штыргузнег нафандезарен, ночидари ухотмо, кей эстут. Нафорсна, мох кережинев сэстэм тэхчэн, эмэ нэфшчэн. Эмэ нэрозэшэ хэсталэв нэ одэмэроз, ю одэмэстэм. Эмэ хэвшэ хэстэ нэ бунши своэ сейчас кумджина их хесткенен, мы же форстотен левене розы удон кэрэжи, кэрэжи ян хускэнге, не бунши скотчоккенен. Хэу шорфанен ро кэнет и миогэй штыр хуша. На хусора гэв смертам цоам каттари тар карм зардайров гима, у мэна мэязунам кэнэл сэмбалут карму дуовары. Уйна розан гард кэнэ дартар энгум дар ахасы тэн банысанку тэхир дэгэ цагат иристун парламенты сардар тузгат таймурас. Мы сегодня приехали, как вы правильно заметили, в очередной раз. И всегда ощущаем ваше тепло, ваше радушие, вашу радость от нашего приезда. И это самое главное, когда сердца друг другу близки, греют друг друга, и это помогает и созидать. И я от лица нашей делегации, Доевой Светланы Бухарбековны, Черчесова Стана Владимировича, поздравляю вас, всех жителей Южной Осетии, с этим праздником. Вы правильно подметили, что 34 года назад наши мудрые, наши мужественные старшие приняли ответственное, судьбоносное решение о независимости, о желании и воле идти своим путем на основе своего исторического опыта, на основе бережного отношения к своей истории, к своей культуре, к своим уникальным духовным ценностям. И все эти годы показали и желание, и волю, и способность народа идти самостоятельным путем, несмотря ни на какие трудности, сложности, внешнеполитические, да и внутриполитические, народ уверенно идет по пути прогресса, по пути созидания, строится экономика, есть очень позитивные процессы в социальной сфере, развивается система общего образования, высшего образования, культура, здравоохранение, но тем не менее перед нами еще большие задачи. Я уверен в том, что наша совместная работа, Алан Таймуразович, в рамках заключенного между двумя парламентами соглашения о межпарламентском сотрудничестве, даст новый результат. Есть подходы и у парламента Южной Осетии, и у парламента Северной Осетии к нормативно-правовому регулированию экономических процессов, образовательных процессов. И мы уже те планы, которые наметили, вот Светлана Бухарбековна уже занимается важным для обоих республик вопросов, будем двигаться, будем чаще встречаться, будем приезжать друг к другу и на праздники, и для обсуждения рабочих процессов. Вот мы проехали, ну, где-то видны новые объекты экономики, это всегда радует. Так что с праздником, и за
дальнейшую работу. Цехурзо хосатанерцет бендуре верду думо фацуден канунунане самбан санкута маргиталан. Зага каттаритер цеттестами мёкусмена адам харзабунен. Сегодня руководство республики оно нацелено на то, чтобы поднять экономику благодаря той помощи, которая нам оказывается Российской Федерации в рамках социально-экономического развития. Реализуется ряд важных инвестиционных проектов. Это, в принципе, уже всем известно. В дальнейшем также есть планы определенные, которые в первую очередь нацелены на то, чтобы благосостояние народа, благосостояние жителей нашей республики, оно было на достаточно хорошем уровне. Со своей стороны мы также выражаем готовность и признательность за то, что вы со своей стороны готовы к самому тесному и плотному сотрудничеству. Мы, как говорится, новых путей искать не будем, но то, что сегодня есть, мы уже это закрепили и дальше будем идти по пути развития и еще большего вот укрепления тех связей, которые есть между нами в любом формате. Спасибо вам большое еще раз. Ասկուրիներ ռեսպուբլիկան սոնկուտո վազգ ջենիստուրի ուն դա ռեսպուբլիկա հատ բարձին ադրասի դնեբուն ասը բարակ բուն ներ արտենցը պարոզ ու ավնոտ կանին իխսանոդը ու նանոցյուն իդեոլոգի բնդուր թայսայու են ու դասամ սենտյաբրայ պացաղադուն տրիկոլուրս խաստրաս ուտ բարակ բուն այրայդանց մոծալտա խիստարայ կաստարմը խումատակ ուսագայ բարնուկ ուսագուն ասը բարակ բուն նազունը դա ու ավի մեն ու իումեյոկ իումեյոկ ցինձին ադրասուղ ծինոդմա Պացախադուն թրսայբուն դու ամին արտենտաս ամոզայ վաստամար վիդորնա պացախադուն բարակբուն թխսան, ուրս սրխ ամաբուր խուզայքուն թրսայր այդաստ ուլանտա այվայվ վայլոնց, մուն ըխսար ամաֆորդ, վդալտայ բոզոյգա իրուն զինոդը ձուրակ խազնոտ Дунам сентябр в сатун парад республике буне цитан традицион мазал. Хайд зарайсту республике разам надхид садма парламент сардарта. У Россия Федерации минавар хусари рестун афта мерцауга ожа тавсмару республике тай. Атсас парадиста аккан адмистр хаста хаскенек сабант инал. Савитун цадис قайтар сабант Григор Фертеферт. Пацахад сарлагар фаракут тая адаман атс цичин мэнна адаман قسمت цаканан историум барак буне цитан. Харсат таранкаварт горжене мефсатун тахта дал хайтарайсту хайат парадуйцы немецэ, варасей федерации цепарам гвардю нефсатун бозай тахта. Каканен адаме уалатку нуаварты министрате фсатун дал хайта. Мит коттакте сармагур нисанью аджи корде пацахадуны дасина дал хайтафтама кадитун скулай ахарзалта. Кусак адаме корде кустуэттама веданствате коллективта. Фцахат парад хайат райста бригада днепра диверсион развет скарен хастун та корд. Ведун арседестина республика барак бунма бун раздар. Парад арседест в сатун технике и уэктадар. Сычин парады феста улэфэн парга районта карткой адам рэгма рахастуй сафэззгу фэллуй. Хал сэртта, дырхта, ачинэкта, дырхэдэтта мафта дарттар. Ацэ армуга равдэст эссис традицион. Фэсэмта, сауажэтима каттаритар барагбун зэрдай равгима фазилэнц районта габицтэл адайсэн фэнэнца армэкун. Эрэмдэснэта кусэтавалдай айвдэр вэнц ацэ мазалэ, чи цэма эвзэгдуи ровэрэ тархагэл, вэйя баскарэн болханэн. Дома садам он народ, уродил барен народ, айсман пожар на баланс, мама это масло на снов.
Սոտի կարգայ բոքունդրծը ծրտ զում խաստուն դղստը գարիկան։ Ույ գրզստուն ագրեսի իրաստա ջերյարոյ գուրան կամնաբո ոխտազնոջը։ Լապուտը կործ մոբիլիզոցի կուտտամը արլավդստզնոջը նխմա։ Ռոտույսն ակկակնախգարդ։ Նաֆացուդն կուտտու իրու լաջը կատ ամանոմս։ Գարիկ դուն ֆունցոս զդեպոցից նոջը նամեգը ամատ տոկֆալյանում ծարը։ Ռախայ մոկու յակատ։ Ծրտ բոքանն ցերեմոնի խա դրոյս դու ռեսպուբլիկա ռազամնա ռեսպուբլիկա ուժտա։ Նախիցոդմա պարլամենտո վանկտա։ Իմ կաուկակտա յախաստուն ամգարտա։ Thank you.